Нам всем бывает некогда, но Катя тратит время на поиски симптомов в интернете. Алена тратит деньги на болеутоляющие. Ольга принимает витамины, которые ей не подходят. А у меня все хорошо. Я прошла диспансеризацию и теперь уверена в своем здоровье. Записалась через поликлинику, пришла в назначенное время, прошла анкетирование, принялась у терапевта, у гинеколога, сдала кровь на анализ, прошла маммографию, флюорографию, ЭКГ, спирографию. Получила все рекомендации врача, и теперь я знаю, на что мне нужно обратить внимание, как питаться, какие упражнения выполнять. Не тратьте время зря. Здоровье бесценно. Диспансеризация обязательно.